Игорь тяготеет к музыке, вот. Поэтому пришел с нотами и говорит, если что подаришь музыкальное, я приду, и мы что-нибудь музыкальное испорим. Игорь, вот, понимаешь? Мне? Да, почему нет, зеленое. Вот. Не густо. Да, ну, что было, то есть. А ты мне что, вот это, оно? Я по-крупному, я принес тебе великолепную коллекцию золотых анекдотов специально для тебя. Да ты что? Ну, а как же? Ну, это здорово. И мы тогда ее сейчас, друзья, исполним для вас просто как по нотам. А без проблем и без забот. А льется-льется анекдот. А без проблем и без забот. А льется-льется анекдот. Лежат два младенца, один второму говорит, а ты мальчик или девочка? Я девочка. А ты? А я еще не знаю. Откинь простынку, я тебе скажу. Откидывай, откидывай. Полностью откидывай. Так все понятно, ты мальчик. А как ты поняла? Носочки голубые. Дорогая редакция телевизионных программ, огромная просьба. Во время выпуска новостей не пускайте, пожалуйста, внизу бегущую строку. А то моя теща думает, что это караоке и поет. Валентина Павловна, а что это у вас 10 сыновей и все Борисы? Что, прикол такой, 10 сыновей и все Борисы? Почему прикол? Имя нравится, смотри, Борис. А как вы их отличаете? Элементарно, по отчествам. А без проблем и без забот. А льется-льется анекдот. Новости. Ядовитая змея укусила Николая Валуева. Но, увидев его взгляд, отсосала яд обратно. Русские чукчи выходят на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро. Они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. И видят, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукча говорит, понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит, это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 километров в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать. Хороший. Калифорнийские ученые доказали, что шоколад очень улучшает настроение. Они так и написали в отчете. Очень улучшает настроение шоколад. Сибирские ответили, вы еще водку не пробовали. А без проблем и без забот. А льется-льется анекдот. Следующий анекдот из коллекции французского драматурга Жана Кокто. Как-то он сказал, лошадь прошла по двору, куры проследовали за ней, полные надежды. У меня есть что-то подобное. Человек идет по улице, щелкает семечки, смотрит петух, топчет курицу. Молодец. Берет горсть семечек, кидает в сторону, петух моментально забывает про курицу и за семечки. Мужика реакция, не дай бог так оголодать. Мужчина из средней полосы России приезжает в Австралию, видит кенгуру, очень долго молчит, очень долго оценивает, снова молчит и в конце концов высказывается. Да, ребята, действительно, ваши кузнечики крупнее наших. А без проблем и без забот. А льется-льется анекдот. Следующий анекдот, он старее всех нас вместе взятых, но тем не менее он у нас в коллекции сегодня есть. Мужчина играет во дворе в домино, один говорит, Леня, да невозможно играть, ну что это такое, ну что это за женщина, орет в среднем подъезде и орет, ну костяшки не поставить, вот все нервирует очень, что за женщина орет, та это Катька из 12-й квартиры, что она там, рожает что ли, та не, беременеет. Блондинка интересуется своей подружкой, а ты знаешь, зачем вертолету нужны вот эти вот лопасти, которые вертятся? Она говорит, ну, наверное, чтобы летать. Нет, они выполняют функцию вентилятора, для того, чтобы пилот не потел. Да ладно, я тебе серьезно говорю.
Я однажды летел, а лопасти остановились полностью. Ты не представляешь, как вспотел пилот. Мужчина и женщина, имеющие семейный опыт, решили объединиться в семью, и он ей сразу говорит: «В общем, Тамара, хочешь со мной жить? Должна выполнять три условия. Каждый четверг, да, у меня бильярд. Каждую субботу у меня с пацанами баня. Каждое воскресенье у меня либо рыбалка, либо охота. Поняла, Нарт?» «Поняла, Валентин. А если ты хочешь со мной жить, у меня всего одно условие. Каждый день в 21:00 у меня секс. И неважно, на рыбалке ты или на охоте». А без проблем и без забот. Мы завершаем анекдот. Спасибо, Геннадий Ветров, Игорь Маменко.